рассада тыквы крупноплодной голосеменная выведена уже давно, но ее семена появились в продаже достаточно недавно. Наилучший способ выращивания данного сорта – это проращивание семян и высадка в грунт уже рассады. Условия успешного роста растений и получения хорошего урожая. Солнечное место, обильный полив. Высаживать ее нужно дальше от других сортов тыкв и кабачков, так как имеет свойство переопыляться. Этот сорт среднеплетистый, дает плоды цилиндрической формы с тупыми концами. Оранжевая мякоть, но она не сладкая, водянистая и тонкая. В основном это тыква для получения из нее семян. К тому же долго хранить ее нельзя, максимум 2 месяца, потом семена начинают прорастать изнутри заново, и плод становится непригодным. Тыква крупноплодная голосеменная – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.